Вениамин Кондратьев и начальник краевого управления ФСБ Игорь Колосов провели совместное заседание антитеррористической комиссии оперативного штаба. В эту среду, 4 ноября, народные гуляния в честь праздника пройдут во всех городах и районах Кубани. И основная задача, которую ставит губернатор в этот день, — обеспечить спокойствие жителей и гостей региона. В свою очередь, Игорь Колосов доложил, что его управлением была проведена проверка, и обстановка сегодня находится под контролем ответственных служб. Вениамин Кондратьев поручил организовать дежурство нарядов полиции, пожарных расчетов и медиков в местах массовых мероприятий, а также ужесточить пропускной режим на митинги и концерты. Ни органы исполнительной власти края, ни органы местного самоуправления не должны стоять в стороне. Принципиально. Они должны стоять в авангарде для того, чтобы все условия, необходимые для обеспечения безопасности, были созданы. В муниципалитетах особое внимание уделить охране общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий. Подразделение полиции усилить, я считаю, здесь надо добровольными народными дружинами и казачеством. Только совместная и слаженная работа, совместные слаженные действия позволят нам обеспечить порядок и спокойствие на территории края во время проведения Дня Единства. Накануне праздника полицейские перейдут на усиленный режим работы, доложил начальник главного управления краевого МВД Владимир Веневский. По его словам, дополнительно еще раз будут обследованы все места проведения праздничных мероприятий. Все места проведения мероприятий непосредственно перед их началом будут дополнительно обследованы, как мы и делаем всегда, на предмет обнаружения любых подозрительных предметов с использованием специальной техники служебных розыскных собак. У нас имеется сегодня обеспеченность 386 ручными металлодетекторами и 9 стационарных металлодетекторов. Усилит и патрули ДПС. В преддверии праздника они также исследуют все основные и запасные маршруты к местам народных гуляний. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.